А вот глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич уже решил, в Москву он поедет в начале января, а потом отправится в Киев. В планах обсуждения ситуации в Украине с коллегами из МИДов России и Украины. Если официальный Киев Ринкевич наверняка примет с радостью, то вот как будет в Москве, пока не ясно. Подробности у Сергея Герасимова. 19 января одним из первых мероприятий латвийского президентства в Совете ЕС станет встреча в Риге глав министерств иностранных дел стран ЕС, как раз по теме украинского конфликта. Чтобы владеть предметом разговора, Эдгар Ринкевич в начале января отправится в турне «Рига-Москва-Киев». Несмотря на порой не самые лестные высказывания Ринкевича в адрес России и резкое расширение черного списка россиян нон-грата в Латвии, в МИДе уверены, визит пройдет конструктивно. Это не наша, скажем, самоцель создать эти списки. Просто тем людям, которые в эти списки попали, им надо жить, осознавать, что они говорят и как они говорят, и о чем они говорят. Ну, мы знаем, что в России немножко по-другому считают, всю эту ситуацию видят, но не помешает ли вот эти разногласия? Нет, это не должно, потому что эти люди, о которых вы, может быть, имеете в виду, они не только в черных списках Латвии, они в черных списках цивилизованной Европы. Внезапные планы Ринкевича навестить российских и украинских коллег удивляют бывшего министра иностранных дел Латвии, политика Яниса Юрканса, который сам в Москве бывал частенько. Такие визиты следует планировать задолго, говорит он. Говорить с Россией, разговаривать, несмотря на тяжелые и сложные отношения, надо. Но, понимаете, если ты весь год обзывался и делал все, чтобы были не отношения, потом ехать и надеяться на улучшение отношений, но, наверное, не приходится. У меня такое впечатление, что какой-то дядя Ринкевичу подсказал, надо съездить в Москву, ради приличия. В этом случае не исключено, что подсказала тетя. Ведь с Ринкевичем в поездку отправится и представитель ЕС по вопросам иностранных дел и безопасности Федерико Могерини. Кто стал инициатором визита, в МИДе не говорят. Отмечают лишь, что с ЕС поездка согласована. Напомним, в преддверии визита Ринкевича в Москву в середине декабря председатель Сейма Инара Мурница отказалась встречаться в Риге с российским послом Александром Вишняковым. Сегодня министр обороны Раймонд Вейнис заявил, что в повестке дня встречи с Вишняковым также пока нет. Если у него есть желание встретиться с госпожой Мурницей или с господином, с министром Вейнисом, это он полностью право. А это уже право тех должностных лиц найти время своей агенде или нет. Точная дата визита Ринкевича в Россию и Украину пока неизвестна. Сергей Герасимов, Айнис Купч, Латвийское телевидение.